какой рейтинг. Ух, какой, да. Я потом буду бояться и нажать на кнопку на нее. Драки так же само нагло, так же само. Только не чрезмерно. Нагло играть, если есть хотя бы возможность вас засейвить. Тогда да. А если глаза появляются, то лучше уже начинать от дефа бегать. Потому что можем слезть. Да не надо, просто поставь задержку в 5 минут. Так, иди, не ебаши егеря. О, вот там егерь собран. Вот уж не сказать ничего. Только не раниточен, но собран хорошо. Да, практически. Там вообще ничего не заточено. Фулкорум. Так, мне открывать вер, как бы, ну, урон. Да, да, конечно. Да, вначале замесимся, потом. А, да, кстати. Бред. Во, попёрло. Или же нет. Подожди, пустень пропадет. Угу. Стоим здесь, погодите. Пусть начнут дамажить. Чё, где там они? Первый воевода влетает. Идём вот сюда. Давай там пошел. Блять. Там походу были варды и вы по ним поскакали. Че, забираем пакт? Ну, а это динамит. Да и весь лес забираете, раз не пути. По-моему, егерь в нашем лесу. Нет, похоже. Да, кажись, егерь. Егерь в нашем лесу. Сейчас мы его ебанем. Эй, пошли сразу, хуйнем его. У них муза в зуму. Муза. Прыгай на него. Бред. Теперь я не слышал. Ты можешь вражек оставить? Идем его. Так, спасибо, оставил. А мы, короче, просто вот поменялись местами с этим. Он моих типа убьет, я его, и мы друг друга не трогаем. А ему уважение такое танковое. Ну ладно, один раз ему стукнул. Так, егерь в нижнем, наверное. Ну или на вот этих двух акций, не знаю. Нет, он в нижнем, 100 пудов. Я зачекал наш лес. Слышно? Да. Вот здесь ват. Прям туда, куда тыкнул. Пойдем на этого. Еще раз? Ну да. Но уже отдается, долбоёб. Ты можешь сигнать прям под башню сейчас? Ой, бог, вот все. Так, короче, я. Тебе этот пак оставить где? Да, да. Зачем вам фармить верхний пак, если у вас есть целый лес вражеский, а? Нет, ну для вражеского мне нужна рядом тень. Егерь, да? Сейчас вот это забираем вот этот пак, забираем голду, и я тебе дам инвиз, пробежим в нижний лес. А мы и заберем колду, чувак. Ну пошли тогда Пошли тогда в нижний лес. У тени есть. У тени глаз есть, нет? Нету, мне в нижний лес нужно попасть, чтобы там купить. Беги прям рядом со мной. Да. Полиция. Да, нахер с ним. Нагните меня. Пойдем пока, даю. Риона голду, кажется, бежала. А, не, на месте. На месте, моя дурочка. Нет, здесь вар. Не только, блять, это мясо душит. Давай хотя бы, я не знаю, вот нижний свой лес почистим. Мне вообще... Я ж тебе говорю, я и говорю, пойдемте в наш лес. Мне говорят, нет, зачем, пиздуй туда. Да блин, но мне глаз нужен. Хотя так ладно, чисти лес, пойдем в глаз. Так я тебе и говорю, пойдем в наш. Ладно, чисти, я пока глаз куплю. Крил где-то гуляет, осторожно. Фредва, все, уходи куда-нибудь, я не знаю, где она.
Ни на голде нигде. Да что там сделает шестая крит? Осколки кинет, у него там хп. А, у него же хп мало, да. Бля, ну с меня как-то наебал. Продамажить его, табурет? Да нет. Ну давай, помучай. Волк, ловите. Ловите. Я занят отключением скайпа нахер, блядь, заебали у шлёпки. Да ну пиздец. На меня! Не, чувак, я оставить не могу, потому что он бы меня убил бы просто. Так, я нарез. Что? Ну правильно, мне толчок нужно срочно. А что ты вообще здесь делаешь? Да тень, доходи со мной, я тебе сказал же, поделюсь лесом. Ну ты вообще не слушаешь. Ходи со мной, я тебе дам. Так, куда ты сделал я-то? Да? Вот да, стой здесь на голде, я сейчас приду. Большой крип мне. Мне толчок. Заходите быстро на этого снизу. Срочно. За снизу? А может. Да. Снизу! А у меня ТП нет туда. А, туда не заходите. Я тоже нет. Забирай. Да вот этого мелкого забери, а большого дамажу. А, бля, глыба. Вообще у меня есть, можешь забрать. Блять. Идем. Нате ускорение, егерь. Крио. Егерь, ты что делаешь? Да блин, ну крио хотя бы одну автоатаку, ну ебаный в рот. Бля, пиздец. Вот именно, да зачем ты пошел погнал, за Кирем, когда Крио отдавать? Лови ее тут, да. Ребята, играть от стана. Вот кто застанет, зачем вы бегите? Если вы не можете встанет, зачем бегите за ним нахуй вообще, вы поняли? Я тебе говорю, мы бы сейчас забрали бы стопудово Крио. Вот стопудово, одна автоатака не хватило. А воевода умер. Отъедем. Сейчас с тобой рядом умрет, смотрите. Просто подавился, как называют. Подавился, не вижу. Ой, я никуда не хожу, никуда не ганкаю, нигде, все, блин, заебало. Стремло. Егерь. Интерпань. Так, ребят, зайдете на все это? Или нет? Егерь! Да-да-да, сейчас, бери! Да-да-да! Стою, блин, бери. Ну, есть вард или что-нибудь? Вот здесь вард стоял. Ну, наверное, пропал уже. Ну что, как торпеда пробежал, не заметил? Ну, сейчас можно меня спать. Не, чёрт. То есть, вот, ребят, зря вот не ходите вниз, потому что меня тут сейчас просто заят. Она сейчас на пак пошла, походу, или на куда, или просто на ККС. Сейчас вот просто собрать крион на голду. Если я пойду, меня увидят. И, кстати, Игоря тоже спалили, что он идет на голду. То есть на крио. Да, уходите нахрен. Харась. СС Ведьмак. Ведьмак СС. Ойра. Да ну бля, пиздец. Такое убожество сделали, я просто не знаю. Но вот они сейчас эти взяли перекач. Конечно, нет. Я пятый раз говорю, придите на низ, потому что сейчас он уже не, ну, как бы начал не давать качаться с этой херней. Идем на низ. Потому что ульта уже есть давно. Вообще должны при первой ульте до 30 тут сюда были. Нет. Егерь, давай ТП вниз. Я уже почти добежал, погоди. Сейчас прощернется. Есть второй уровень ульты. Желательно начинать ганкать. Давай. Все, я тут. Вот, ничего.
Все равно как бы заберем, поэтому, ну, хотя... Ага, заберем, не забрали, все. Уйдите! Блин, ну подождали бы, блин. Лучше бы я автоата, про автоатачил, не каждый раз боюсь застилить. Ты гонишь, что ли? Ты сейчас должен был... Я думаю, помнишь, что ты не бьешь, блядь. Да я думал, блин... Да ничего не думал. Лучше бы не думал. Пойдем по второму разу. Ты шестого уровня, хер ли думать, надо брать. Да мне похер, я все равно... Егерь сюда пошел. Че тебе похер, ты просто уйду мне слил. Я давно... Укрыл половина хп. Вот егерь. Тень. Он с глазом? Я не разглядел, я только волка видел. Ну только пропали. Ну и умереть сразу от глаза. Нет, ты его здесь. Он на колдпаке. Есть ульта, есть крио с половиной хп. Да, с глазом. С глазом свалил. Не, ну нормально так, крутился, короче, 30 хп у горы нет. Что происходит? Блин, я мне что-то вообще не нравится. Еще раз даю подсказку, есть ульта второго уровня. Бежим. Мной. Инвиз! Ну! Да лучше бы вообще свитков сделали, на самом деле. Они сейчас на всех свитках выйдут. Там какой-то... Ребят, там кто-то ультанул, понятно. Просто зашибись. Минус 2. Минус 3. Потому что вы долго времени не ганкали. Вы хуйней страдали. Очень много количества времени. Я чувствую, у кого-то сейчас не будет генерала. Ага. Хорош расстраивать, блин. Ну и делать, блин. Хер его знает. Ну надо выезжать как-то, я не знаю. Ну, на штурмах, что ли. Ты тут выйдешь на штурмах, если тут уже никого не дам. Птичку сделай, штурм. Птичку, так, птичку просто. Мне до ульты в зуме. Там они все спалились, вот Барт выходил 8 уровня, поэтому... Всё, пилот с фазом. Вас унизили, вот начали глаза покупать, чтобы еще более сильнее унижать вас. Правильно, поэтому теперь ты просто идешь, делаешь птичку и деду делаешь отслепу, наверное. Хорошо. А мне птицу. СС, кстати, ведьмак. Я чувствую, что у меня клюет скоро на какую я херню сделал, что не стал бить ведьмака? Это ж просто капец, я со стиль боялся. Да просто капец. Ну, врагов... Да не, я с тем, что я уже бы ульту себе открыл, уже бы сейчас гораздо лучше ганки пошли-то. Не можешь открыть ульту просто, ну не можешь загангать, просто иди спокойно, сделай две птички, у тебя будет ульта и вся хома. Мойра, колду тонканут? Нет! Я не могу где-то до 16-17 уровня забирать, потому что сдыхает не сам. Крю опять СС и опять качается. Мне к ней не подойти, потому что я подойду, она меня глыбу посадит. А за свой пока я не вынесу. А я ватный для нее. Блядь, да. Ненавижу Крю. И обожаю. Я. Убить. Егерь тут. Он на тебя пошел. Да, но он разбил ульт. Они специально сделали, чтобы сейчас Крио ускорилась на меня. И глыбу посадили. Воевода на тебя пошел, Егерь, на пак. Может Крио подойти, я не вижу. Щит пролетел. Да у них столько обуза, что пиздец. Вот два щита. Все забей. Кто заходит со спины? Крио вот здесь, сейчас глыбу отбать. Нет, все, егерь минус. Давай. Я полетел. Потом душа. Жнеца. Этого. Нет. Не, он под стримом. Он под стримом, все непонятно.
А, ну ладно, Рок может еще и затащит. Уговорили. Все выровняли вроде. Выровняли. Патч выровняли. Че, у меня две птицы еще есть, поэтому все. Я одно вам скажу. Мы прошлый был выиграли, почему, когда был ведьмак, он щиты не давал, а вот это дает щиты. Причем неплохо. Вот вообще как будто бы забыла щита. И глаз, главное, скорее его сняли, поэтому. Это да, это, кстати, опять же, плюс. Это, точнее, у них 400 прайма. Так, и она слила ульту, а вот ко мне же нет, пришел, вообще не хорошо. Хотя, кстати, жнеца вообще по КД на самом деле можно брать. Не так уж и плохо. Он меня решил кормить своими этими странными штуками. Это вообще как я люблю. Это просто как я просто знаешь, очень сильно. Я бы тоже это любил, а если был бы за Мойру сейчас. Смотри, смотри, просто. Ну. Да, стой. Просто он пришел меня качать полностью. Ну вот, ей дали силку, блядь. Придется опять от дефа играть. Считаю, дуру эту вынес. Силку дали. Да, да не надо мне давать, не вздумай, это... Да, Мойра. Ну я тебе сияшку тогда дам, Мойра. Давай. Правда, не надо. Я если ее. Ребят, жнеца не... прям вообще просто приходите, берите, он хочет. Смотрите, так, просто. Все, я уже. Я вам дамаживать начал, дико. Я уже это прокрусь вниз. Крио с глазом? Нет. Я без хп, поэтому от нее убежал. Кинька, я тут. Я вижу. Но я без глаза, смотри. Заходим. Угу. Ну как-то слушаем сзади. Давайте отойду назад, короче. Ну давайте на крышу. Просто кое-кто был в инвизе. Че, примем можешь? Забираем. Исход, да? Бегу, у меня, в принципе, ульта через 5 секунд. Я полетел. Ну, блин. Да, въеби им. Давай. Все. Минусы. Давай. Хоп. Глыбу. Да не все. Блядь. Ждите. Крио. Да нет, столько обузы, это пиздец. Надо... Я его думал, если подвышка за этого, он сдохнет. Ну, считаю... 1,7к, нет, это звучит, конечно, угрожающе. Так я пошел свитки делать. Тут важна интонация. Без них вообще никак. 1,7к. Просто-напросто у нас вардов сейчас не было, из-за этого я не знал, что Игорь в инвизе. Единственное. Кстати, всегда нету вардов, когда мы в этом составе. Нет, немножко даже напрягает в какой-то степени. Страшно. Кто я? А ты против Крио? Ну, нет, я же только что тэпался. Я с инвизом, можно кого-нибудь забрать. И бумага, да, привет. Крио, сейчас 6 секунд ульта, 3. Вон она... Крио. 3, 2, 1, 0. Я бы, кстати, на вашем месте сделал бы двойника, короче, воеводе, наверное, ничего не такое. Чтоб станил почаще, что ли? Да, какой станил? 20-ю Крио мы заберем. У нее меньше половины хп. Она будет под моей ультой. Окей, но у меня есть и ульт, и корни. Да, здесь глаз. Да, на тебя крипы сагрились. На меня крипы сагрились. Да, большой на тебя так посмотрел злобно. Пиздец. Попробуй, бля, может попробуй забрать. Смотри, она на меня прет. А, тут егерь засветился вот здесь вот. Ага. Секунду волками. Если мы за ульту не убьем, я сам полягу.
И тут егер шляется, ну нахер. О, да, да, детка, подходи ближе к крипам. Да, я тут мастер... егерь. Низ вообще сейчас в легкую можно забрать, кстати. Никенька в зум ушла, вам же сказали. Мне вылазить? Да. На ганг, да, стоит сейчас уже вылезть. Да, как егерь вниз там придешь или куда? А, я... сука! Да ну вас нахуй! Сука, контроля прям до жопы, я не знаю, я труп. А, нет, я наебал, чуваки, сори. Так, сюда по... К тебе пошли, дед. А егерь? А егерь. Не, ну, Крилл, действительно, если не садите, нагнать... На хп посмотри. И на Крилл, я пойду, она меня заберет. Только я... кем-то смогу туда пойти. Посмотри, что эта дура делает, а? Ну. Это у дурака хил бешеный. Он мне сделать ничего не может, но я его тоже сделать ничего не могу. Я ему наши почти все хопы, он хиляет на него. Прям вот бесит. Но я его достаточно быстро выношу. В принципе, вот с одного от хила вот сейчас вот мне надо заходить. Вот сейчас хильнется как раз. Вот он хильнулся. Я жду тень. Тут он выйдет уже. Не выходить, да. Не вышел. Крю опять СС. Теперь тут егерь. Ясно, значит, где-то был глиф инвиза, она сейчас подойдет ко мне с инвизом. Нормально. Ок, жду. Крю СС, возможно, в инвизе. Ее егерь заменил, значит 100% куда-то ганкать попрет. Или весь ее вычищать. Ну, я не знаю. Пять, я ж сказал! Меня под вышкой забирают, когда прошли. Все. О, я наебал опять. Что-то ей дамага не хватает. Просто пипец, просто... Нет. Уходим. Вы вообще не ходите втроем, короче. Это пипец. Потому что с ганками задержали. Ой. Может, я просил, надо сразу было его задавить, и все. Он бы просто, он бы не хилился, и он бы щит нормально не хилился. Там сейчас выкинулся. И вас видно на бардах, если у вас барда нет. Угу, идем. Я сюда сверху. Давай поменяемся с Тиндер. Иди качайся против Ведьмака, сможешь? Я вот здесь просто задавлю, но нужно забраться, добивать, а попозже будем. Давай, потому что с этого, этот мне ничего не делает. Я уже говорил, тут вард стоит. А нет, не стоит. Го-го-го-го, пошли. Да ё-май. Толчок. Корни. Нет корней. Кормим. Зачем корень, когда есть Мойра? Вот Мойра, ты меня не видишь? Так, я понял. Можно башню, в принципе, покушать, не тут танком. Ну, давайте. Ну, смотри, а у танка тут, есть? Этот-то портнулся вообще-то. Давай. А, нам не тут пушивают. Кстати, у Крю нету... Дальше идем. Пойдем на Крю. Дальше давайте вот пушивайте. Потом сразу на мид. Не, у меня нет ТП. Давайте танкану. А у меня тоже, кстати, ТП нету. У меня 10 пунктов. А, нет, ТП шлись. Все, выходим сразу ход. Да насрать, они сейчас придут. Какая земля, кстати, сейчас все сюда придут. Просто идем, ТП на... есть сюда? Да, а, есть. А, нету меда? Ну и хрен на него. Бля, не стрелил, честно. А голда, чё? Смотрите, чё есть вообще, есть что-нибудь? Не стоит. Всё, так же просто идем, пушим мид. Да, у них сейчас ТП не будет. Поэтому можно спокойно. Ну, они успеют пешком так же просто дойти, если не ТП. Идем, ну, идем. Я думаю, у тебя же идем. Есть ульта. Понятно. Вот нет, у меня ульты. Да не стоит, может, так. Глифы глянем, быстро, стой. Я в приходу жду. 14 секунд. И... пусто. Блин, на замес можем... Ладно. Да, хорошо. Сейчас, 6 секунд.
Дайте пройти. Да. Пусть поближе подойду. Скажешь, Гора, когда будешь вдавать. Ну все, у меня ульта готова, в принципе. Чем прятал? Дать бонус к силе. А, ну. И дефу. Нормально, на нее можно было сейчас спокойно впрыгнуть. Хотя она жирная, не стоит души. Чем одного, блин, прыгать? Ее засейвит сразу, там два обуза. Не, ну... Нам по большому 5 на 5, а замес не очень выгоден, ребят. Лучше бы лапы. Просто контроль. Опа! Не теряни, что ли, или что? Землю поднимаем, и самое главное земля. Не, на самом деле, да, давайте просто, ну это, я тут танкую немножко, все, тогда подняли. Не появляются. Давай. Грифы не появляются? Грифы были. Ребят, чуть назад, дайте, чуть назад. Назад, гора, назад. А, хорошо. Да, они горе прям сейчас ничего не сделают. Придешь, он быстренько в них ультанет и все. Пока я лес забираю, экономить меня. Да, пойдемте, вот я уже покойся. И, кстати, пока мы здесь столпились, у нас вверх пропушит, у них вниз. Кстати, у нас с большей вероятностью пропушит за это время. Там катит. Вы вот сейчас ушли, как молодцы. И они сейчас заберут глифы, которые появятся. Вы это понимаете, нет? Так, вот сейчас можно замет. Сейчас надо замет сделать. Только Мойра, ну можешь назад пойти? Только вопрос, куда назад? А так, да, могу. Ну, не голда появилась, не на голде. Голда резнулась. Они сейчас в лесу. Блин, а где глиф-то? Ну, глиф, давай. Странно. Так, тут душ был. О-о-о, душа. Все, погнали. А, да, конечно, все минус Мойра. Я не выживу. Меня никто сейчас не откинет. Мой. Крио забираю. Зачем Крио, если она разлутилась? Чем Крио, когда вот гибель был? Душ, давайте. Меня Ведьмак контрил все это время еще. Нормально, нормально, нормально. Вот эту суку табурет. Ага. Лес, стой! Я помнишь? Там где-то разуплотняет, Танис с горою, я в ахуе. Я все, что сделал, за только надебафал. Я даже с руки не бил. Так. Сюда, сюда. А? Да, сюда, давайте. Ты стой. Господи, боже мой, стой. Ты чем это делаешь? Пульта. Пердешь. И сейчас он отхиляет, я там вот вижу эту, блядь. Всё нахуй! Уходим. Давай валим нахуй. Не, рокот не свалит из углубы нету. А, не свалит. Ок, уходим. Глифы смотрим, быстро. Ах, ладно, я набираю здоровье. Что-то мне не нравится, что они меня фокусят. Мощи. Мощи или предводу, или рокот. Ну, рокот зачем? Наверное, ведьме всё-таки 23-й, не? Я не 23-й, прайм. Стрело! Ведьма! Ок, я на него ТП делаю. Но я скажу вам одно, меня контрит ужасно. Я ничего не могу сделать за месяц. Так, дед, ну... Он дед, нет, не надо. Не надо странных херней. Я предлагаю пронести всю эту херню. Давайте, дядя. Или давайте душ заберем. Давайте, отстегаем кого-то. Просто пушить, короче, тупую. Давай. У меня через 45 секунд ульта будет. Как они не полезут, потому что под грифами. Порченная кровь под ведьмака. Че? Догадался, блин, наконец-то я. Нет, да. Секунд. Как у меня не рванули сейчас. Не, давайте отойдем. Этот, Отойдем. 25 секунд, у меня горы нету. О, его там нет, он давно появился. Говорю же. А, не, во. Всей толпой тень. Ой, вот это. Тень, ты не толпа, да? Тень. Так, дайте тебя, наверное.
Вот няшку забирайте, вот забирайте тут. И он, а наша голда, что там? Она только появилась секунду назад. А, Рокоса с ними встретиться. Нет. Нет. Жнец забрал. Голду кого? Он хотел, но его наебали. Люто причем. Так, они куда-то пошли. Можно на драка. Кстати, а чё мы в прошлый раз на драконов? А, ну да, у нас все кончились почти. Так, пошли их заберем. Все, ульта есть. Вот только птицы у меня нет. Нет, вода надо ждать. Воеводу. Там бар скорее. Хватит всего накрывать просто так, ты устал. Давай лучше я буду орать, когда тебя накрывать. Это просто пипец. Он говорил, не надо ему говорить, когда накрывать, ты понимаешь? А, вот. У кого? Них нельзя. Не надо ультовать егеря. Я даже сам в него не стану ультовать. Какой драк? Не без драк, егеря. Почему нет? Хотя... Под корнями был. Просто никого нет. И после этого просто тупой пуш, короче, меда. На магната влетает. Ок. Тинька, может не будешь? Блин, а чё он меня-то бьёт постоянно? Чё, так, Тинька, быстро их куда-нибудь туда-обратно и по меду просто идем. Если есть ТПшка, то можно просто-напросто свитком и обратно. Куда? Он ещё долго. А, бля, я кошку просто отпустил, заебись. Да. Что есть? Мы ничего не слили. Только я не понимаю, зачем вы бежите впереди меня? Сразу не бежите. Перестаньте это делать. На низ пойдем, нет пуш. А, не просто не сам нет. Че, нет? А давайте, короче, просто вести реально. Че, может орите, когда, короче, лететь, я не знаю. Все, прилетел, быстро прилетел. Блааа! Крил, почти. Да, детка, я не зря хп качал! Ну все, смыло. Я это не утонул, я только на них насрал, вы понимаете? Все, и дальше просто тупо пуш. Все, гораздо точнее. Ассист. Был бы у них другой там, ой, зумер, они бы могли выиграть, кстати. У нас зумер поприличнее будет. Хотя, пусть знает. Ой, тыка выжила, молодец. Ну еще. А где овации? Да, что тебе овации? Вам только овации, блядь. Какие тебе овации? Тебя на